центре внимания агрофирма «Красная Нива». С раннего утра и до самого вечера труженики села работают в напряженном режиме. Главный помощник – техника, залог успешной уборочной кампании. С начала жатвы в Солигорском районе горотделом по чрезвычайным ситуациям постоянно осуществляется мониторинг мест уборки урожая и зерноуборочной техники. С целью контроля за соблюдением требований правил пожарной безопасности при уборке урожая и заготовке грубых кормов. Это необходимо делать. Почему? Потому что все эти объекты, конечно, зачастую подвержены опасности с точки зрения возгораний. Особенно опасны это зерноуборочная техника. Конечно, зерноуборочная техника должна быть обеспечена, в первую очередь, первичной системой пожаротушения. Перечень первичных средств пожаротушения включает в себя все виды огнетушителей, стенды, краны в комплекте с пожарными рукавами, а также другие устройства для быстрой ликвидации пожара. Стоит отметить, что с работниками была проведена профилактическая беседа. Состоялась проверка техники перед выходом в поле и обязательный инструктаж. Есть, конечно, ряд недостатков, которые вот выявлены сегодня. Это и первичное средство пожаротушения, уже использованное, его необходимо заменить. Конечно, есть и отложения пыли, которые необходимо регулярно очищать вот перед выездом в поле. Но мы видим сейчас, что данная работа проводится механизаторами. Техническое обслуживание вот проводится. И, конечно же, комбайны пойдут в поле в исправном состоянии. Надеемся, что с учетом обеспечения и наличия техники, приспособленные для целей пожаротушения, мы исключим возникновение пожаров на зерноуборочной технике. В целом ситуация в районе находится под контролем. Главное помнить, что пожар легче предупредить, соблюдая установленные правила, чем потом справляться со стихией.